Добрый вечер. Телефон в студии, в нашей любимой студии, нашей с вами обоюдолюбимой радиостанции 65-10-99-6. СМС-портал, это магическое сочетание букв, цифр, звуков и пробелов 5533, я, пробел, дальше мы, ты, вы, он, она, дальше дружная семья. И, пожалуйста, заходите на сайт Finam.fm, там есть возможность написать мне что-то напрямую. И там потихонечку разворачивается поле ваших вожделенных вопросов в широкое полотно жизни. К этому чуть позже. А сначала о новостях. Как всегда, есть новости московские, есть новости целой страны. Мне больше всего понравилась московская затея еще разок освободить центр города от плебеев. Уж очень много всякой недостойной челяди ползает по центру города, поэтому необходимо срочно спасти елки вокруг Кремля от экологического загрязнения. В основу этой затеи положен старенький достаточно документик, еще датированный 2007 годом, то есть еще во времена солнцеподобного луноликого Тащи Лужкова, который очень-очень заботился о москвичах и постоянно пытался то закрутить нам земной шар в одну сторону против солнца или по солнцу. Ну, правда, под земным шаром он локально подразумевал Садовое кольцо. То он пытался сделать въезд в центр только для белых, а, соответственно, всех остальных попытаться как-то оградить. Сейчас эстафетная палочка дана человеку с более серьезным и более весомым административным ресурсом, товарищу Собянину. Поэтому есть шанс, что нас будут с вами проверять на вздрагивание вот этой экологической тематикой на протяжении нескольких лет, тем более, что вот сразу бить дубиной по нашим неподобающим лицам в калашном ряду не планируется где-нибудь к 2015 году, но обсуждение будет тлеть уже начиная с этого 2013 года. Затея ведь вот как разворачивается. Мы сейчас что-то пообсуждаем, и если мы придем к решению, что все вы, москали клятые, живете в этом городе зазря, мы вам, например, запретим появляться в центре, то, знаете что, ничего страшного нет. Отсрочка приговора на 2015 год. У нас уже несколько вот таких ущемляющих наши серьезные права законопроектов прошли чтение и были реализованы с отсрочкой приговора, именно потому, что в тот момент, когда тебе объясняют, что завтра тебе отрубят голову, тебе говорят, знаешь что, не завтра, через год мы вам отрубим голову. Вы же не возражаете? Все говорят, да конечно, что там через год, посмотрим еще, как будет жизнь через год. И вот эта растянутость во времени, она как раз и дезавуирует истинные порывы, хотя суть, конечно же, остается прежней. Сейчас нас проверят на вздрагивание с тем, чтобы, может быть, действительно к 2015 году запретить какой-то категории людей заезжать в центр. И на флаге борьбы с нами будет написано что-нибудь экологическое. Например, в центре нужно, чтобы там был свежий воздух. Подоплека всего этого в исторической перспективе начинается еще со времен товарища Гришина, первого секретаря Московского горкома партии, при котором было всерьез заявлено, что Москва станет образцовым коммунистическим городом. Поэтому хотите вы, москали клятые, или не хотите, а мы вас, гадов, все-таки сделаем жителями образцового коммунистического города. Коммунизма не будет, образца тоже не получится, но в совокупности факторов образцовый коммунистический мы вам, конечно, устроим. Это как раз по анекдоту, будет ли Третья мировая война? Нет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Как именно ограничить нас во въезде в Москву, пока не решено. Ради чего ограничить наш въезд в Москву, пока не решено. Какая именно категория людей получит право ездить по центру, а какая нет, пока не решено. Но в планах выглядит следующим образом. Вводится экологический запрет, определяется где-нибудь в центральном округе территория, куда всем нельзя, только белым. А вот дальше очень интересно. А дальше что? Заградотряды? Зондеркоманды? Скорее всего, конечно, зондеркоманды. И что, штраф? То есть такой маленький штраф уровня одного местечка, одного микрорайона. Это довольно забавно. Теперь о более серьезном, что за этим скрывается. Почему под эксперименты постоянно попадает центр Москвы? Почему там, где мы не живем, очень сильно товарища Собянина и перед этим товарища Лужкова беспокоит экологическая обстановка? Мы с вами живем в основном на окраинах, либо вот в недавно приделанной южной вот этой территории московской. Мы живем там. В центр мы иногда приезжаем поработать, причем далеко не все. Значит, в центре нас нет, в центр машины не суются,
Тем более в последнее время там очень тяжело припарковаться, и особого смысла появляться там на собственном транспортном средстве нету. А вот экологическая обстановка там ухудшается, ухудшается, и к 2015 году ухудшится настолько, что в этот необитаемый анклав, где люди не живут, и птицы не поют, и деревья не растут, вот туда во имя экологической чистоты будет запрещен въезд автомобилем. Ой, как интересно. Вот там, где мы с вами живем, там с экологией, да черт бы с ней наплевать. А вот там, где они обитают, вот оно что. У нас же тут мэрия находится, у нас же тут Кремль. Если присмотреться, там какой-то дом, название которого мы сперли у американцев, и на всякий случай, чтобы пафоса было больше, тоже стали последние несколько лет называть Белым домом. Нам было как-то не здорово, что у американцев он есть, а у нас нет. Своего названия придумать не смогли, поэтому взяли и сперли у американцев. Теперь у нас в Белом доме. Так вот, в Белом доме должно быть свежо и чисто. Вокруг Кремля должно быть свежо и чисто. Товарищу Ленину в мавзолее должно быть свежо и чисто. На Тверской 13 в мэрии должно быть свежо и чисто. Ну и в Севе, там где филиал, там тоже должно быть свежо и чисто. И это все во имя москвичей. Ну, тех, которые питерские, тюменские, вот во имя этих москвичей в центре Москвы должно быть чисто, должно быть стерильно, очень здорово. Я рад за нас, это действительно здорово, замечательно и оздоравливает. Стандарт экологический, который будет предписан транспортному средству в роли запрета, наверное, будет рубежным где-нибудь на уровне Евро-3. При этом удивительная особенность: в нашей стране давно уже нету транспорта по Евро-3, у нас все по Евро-4. Вот новые машины мы обязаны ввозить по Евро-4. Мы на стандарт Евро-4, как на грабли, наступаем уже, наверное, где-то 5-й год подряд. Мы его вводим, потом тихонечко кому-то разрешаем не следовать. И тем не менее, обратите внимание, вот когда едешь по Москве, особенно по центру, поскольку там тем более андатристая публика, там такие шикарные машины, вот они все по Евро-5, а некоторые даже по Евро-6. Вот они именно и ездят по городу. И туда будет запрещено въезжать машинам по Евро-3. Любопытно. А к тому моменту, когда 15-й год настанет, у нас вообще вся страна будет ездить по Евро-4 и даже с топливом, ну, обещали, по крайней мере, еще разочек ввести стандарт на топливо приличного качества. То есть получается, что в действительности плевать всем на экологию, плевать всем на то, какой там будет в качестве аргумента предпринят экологический стандарт, плевать. Мы, в конце концов, сделаем там... Ну, красным машинам запретим, только черным разрешим. Но мы по-любому себе в центральном округе маленький кусочек коммунизма устроим, потому что, знаете что, а потому что пошли вы все нафиг. Вот мы с вами, автомобилисты города Москвы, а также жители, а также, не побоюсь этого слова, коренные жители, в этой игре лишние. Очень важно маленький кусочек коммунизма образцового устроить в пределах столицы. И что будет написано на знамени, тоже никого не волнует. Ну, конечно, экологическая тема, она самая неуязвимая. Можно написать еще борьбу с терроризмом и сказать, что мы все террористы, поэтому нам нельзя там появляться. То есть террористу можно ходить по Китай-городу, но террористу нельзя ходить по тому кусочку территории, который будет назначен образцовым территориальным образованием города Москвы. Тоже вариант, потому что под знаменем борьбы с терроризмом в нашей стране может все что угодно. Ну, с экологией вроде как гуманнее получается. Вот такой пример. Когда Германия переходила на экологический стандарт, они вот на самом деле к экологии поступали очень долго. Сначала они с карбюраторами шаманили, они пытались их как-то более-менее урезонить по COCH. Потом переходили на катализаторы, то есть та самая ситуация, которая Евро-1, Евро-2. И решили, что, наверное, чистым воздухом должны дышать все немцы, а не отдельно, предположим, жители города Бонна. На тот момент столицей Германии был Бонн. И даже не Мюнхена, и даже не Франкфурта, хотя тоже ребята достойные. А Мюнхен, например, богатый город, а Франкфурт практически деловая столица всей Европы. Решили, что уж если в Германии чистый воздух, то по всей Германии. Не путайте с исторической параллелью Испании. Над всей Испанией безоблачное небо, насчет воздуха разговора не было. Помните, чем это кончилось? Это кончилось фашистским переворотом. Немцы пошли по другому пути. Они не стали идти русским методом, когда дубина такая: «Мы вас, гадов, сейчас всех заставим дышать свежим воздухом». Нет, они по-другому. Человек приходит в магазин, стоят два автомобиля одинаковые, одна модель. Один из них с катализатором, а второй на старой системе подачи топлива, соответственно, выброса. Получается, что один из них уже, например, соответствует экологическим стандартам на тот момент вводимым в Германии, другой нет, хотя оба новые.
Догадайтесь, в чью пользу разница в цене. Машина, которая с катализатором, она стоила дешевле. А вот эту разницу в цене, в том числе на инновации, на внедрение новых технологий, германское правительство выплачивало из бюджета. Тем самым они аккуратно подталкивали человека к выбору правильного автомобиля. В течение нескольких лет они решили этот вопрос полностью, и Германия поехала на автомобилях более высокого экологического стандарта, и не нужно было вводить в отдельно взятом деревенском, сельском или городском муниципальном образовании чистый воздух. Чистый воздух устроили сразу для всех. При этом почему-то не было штрафных санкций, не было карательных отрядов, не было зондеркоманд, хотя немцы большие специалисты по зондеркомандам. И все у них нормально получилось. Вот, видимо, это и отличает европейцев от азиатов, в том числе родившихся в далеком крае ссыльных каторжников, то есть заведомо на территории Азии. Теперь у нас азиаты в перемешку с питерцами пытаются править Москвой. И поэтому они придумывают такие интересные нюансы, когда дышать можно только избранным, а не всем остальным. Перерыв на новости. Через несколько секунд я... Через несколько минут вернусь. На телефоне нашем безлюдном практически жизни нет. Номер его 65 10 99 6. Зато очень неплохо у нас разворачивается предмет нашего вожделения, то есть в выборе автомобиля на сайте. Тут довольно много вопросов, потихонечку начинаю на них отвечать. Один из них пришел еще вчера, 13 числа, пока вся страна пыталась более-менее определиться, идет она на работу сегодня в понедельник или будет отмечать Новый год по старому 125-му разу. Человек уже мучился выбором автомобиля. Речь идет об универсале и, соответственно, дача, доски, хозяйство, ребенок и все на свете. Вот какой интересный список. Ford Focus 3 универсал с мотором 1.6, Opel Astra Caravan с мотором 1.8, Kia Ceed, Renault Duster. И вот что интересно, Олег, вы пишете, у вас точка отчета, сейчас это та машина, на которой вы ездите, 21.07. Знаете, после семерки любая машина — это крылья. И даже несмотря на то, что ваши крылья будут обременены досками, этот полет вы не прервете ничем за рулем любого автомобиля. Тут как платье. Приходите, выбираете на себя, в вашем мужском случае, как пальто. Очень интересен, например, Renault Duster. На нем можно, как на нормальном внедорожнике, на полном приводе 2.0, на ручке, прорваться туда, куда Макар телят не гонял. Я лично проверял в тайге. Ездит. Но он коротковат по кузову, то есть получается, что всю поклажу вы везете на крыше. Внутрь из длинномеров, конечно, можно потихонечку загрузить в любой из них. Вот, например, Opel Astra Caravan, у меня такое ощущение по двигателю 1.8, что это предыдущее поколение, Family, который... калининградской сборки. Это, если я угадал ваше намерение, то это гениальная машина, она растянута по базе, причем по ногам задних пассажиров получается, что она самая длинная, вы туда запихаете, ну, мой прообраз, то есть черта лысого в любой совершенно конфигурации. Но вот вы в кучку подобрали всех в гольф-классе интересных участников и добавили туда Duster. Смотрите, если там реально какое-то бездорожье есть, то Duster, конечно, довольно интересная машина. Особенно с его нулевой передачей ползучей. Мне очень понравилось. Во всем остальном берите сердцем. Не берите разумом. Не пытайтесь линейкой логарифмической посчитать, какая из этих машин будет лучше. Volkswagen Touran стоит покупать или нет? Да, Touran стоит. Посмотрите, у него нету запаски. Если вы собираетесь далеко ехать с Тураном, то есть нужно какую-то докатку хотя бы, что ли, положить. Ваше мнение об Opel Zafira Tourer, дизель 165 лошадиных сил. Zafira многие ошибочно по рекламе полагают семиместной машиной. Она не семиместная. Она строго пятиместная, а вот те стропонтены, которые в багажнике стоят, их, по-моему, делал инженер Прокруст. И если вы помните легенду про инженера Прокруста, лишним там была голова и ноги. Вот в этих двух, то есть пятое место нормальное, шестое, седьмое, вот в этих, на этих двух табуретках голова и ноги пассажира будут лишние. По поводу Форда Куги. Форд Куга замечательная машина, но она вот-вот сойдет, то есть в продажах ее не будет. Сейчас как раз потихонечку начинаются распродажи Куг. И можно ее купить. Я на самом деле, поскольку Нимо не элегант уже давно, я люблю покупать машины, которые как раз снимались с производства. Мне их новизна не в радость, она меня пугает. И новая Куга, которая придет, это будет рестайлинг. То есть по конструкции будет то же самое, накрыто другим кузовом. Первый год ее будет нельзя брать. Поэтому выбор такой. Либо вы берете сейчас машину, которая завтра станет заведомо устаревшей, но она будет надежная. Либо вы ждете новую Кугу и берете кота в мешке. Либо вы выходите на оперативный простор кроссоверов, где есть Yeti, где существует Tiguan и масса другой интересной техники.
По поводу алкотестера, что покажет у непьющего человека милицейский алкотестер и что делать, если больше медведевского нуля? Не пить квас и не пить кефир и биться до последнего. Биться с любым полицаем до последнего, поскольку задача полицая ни в коем случае не правонарушение и не право, а деньги, тем более сейчас у нас активно обсуждается вопрос, докуда вы же поднять этот штраф. И мне очень понравилось, что в законопроекте, который Медведев пытается проживать уже который месяц, возникла цифра 200 тысяч штрафа за пьяную езду. 200 тысяч – это тот самый штраф, который зарегистрирован в Москве в качестве взятки. Хорошо, что наши законодатели за финансовую основу возмездия от имени общества гражданину выбирают именно сумму взятки. По-моему, это очень показательно. Я тоже не пью и тоже, тем не менее, всегда готов к тому, что рано или поздно появится гаишник, который мне скажет, что у вас тут 5 промилле, что вы хронический алкоголик, и то, что с вами сейчас мы будем разбираться сурово, но можно решить вопрос на месте. У нас потихонечку телефон дозрел, это приятно. Сейчас посмотрим. У нас звонков несколько, и беру наугад первый из них. Здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Лев. Лев, город Москва. Замечательно. Вот, очень рад вас слышать, Сергей Степанович, теперь на этой радиостанции. Лев, я рад слышать вас на этой радиостанции. Да, у меня вопрос касаем не столько автомобилей, сколько дорог. Недавно я стал свидетелем такой блогерской программы, как «Дорожные парадоксы». Наверняка вы о ней слышали, да? Ну да, потихоньку. Вот, это о великих наших дорогах, которые вдруг оканчиваются тупиком, гаражом, блоком, а дальше, в общем-то, район, который задыхается от пробок. Вот как вы думаете, потому что я, как местный, очень болею из-за таких вот как раз проблем, делаю крюки в несколько километров. А вот есть ли у этой программы вообще жизнь, и пойдет ли она дальше каких-то блогерских высказываний? Спасибо. Лев, как все то, что происходит в интернете, это в основном там же и остается. Обратите внимание, вот у нас, когда трасса М-10 с проклятым названием «Россия» встала, и выяснилось, что до Москвы не доехать и до Питера тоже, то в качестве послесловия у нас, например, Рогозин возбудился и сказал: «А даешь зимнюю резину на грузовики?» И после этого законодатель бросился, роняя тапки, выслуживаться перед самым-самым главным и объяснять, что да, действительно, должна быть зимняя резина, давайте что-нибудь по этому поводу сделаем. И никто не сказал, что давайте будем чистить дорогу. У нас есть Росавтодор. По поводу Росавтодора мы ошибочно полагаем, что это структура, которая как-то причастна к строительству, эксплуатации, обслуживанию и ремонту дорог. Ничего подобного. Я тоже так заблуждался. Да. Вот, писал им. Лев, мы с вами заходим на сайт Росавтодора, а там написано, чем он должен заниматься. Это уборочкой. Нет, на сайте написано, что это муниципальная структура, муниципальное образование в сфере управления финансами, а дальше уже все остальное. То есть это люди, которые занимаются дележкой денег. Получается, что на дороге никто ничего нам не обязан. Только мы с вами взяли лопату, почистили, не взяли, соответственно, боремся так, как есть. Законодатель максимум, что может сделать, это с дубиной встать на обочине и сказать: ну чё, зимняя резина-то слабо купить было. Поэтому здесь все как в любой другой проблеме. Ведь вы же, тем не менее, взяли и структурировали вопрос, что делать. Вопросу, что делать, в этом году исполняется 151 год. В прошлом году, в 2012, у нас был юбилей. Потому что товарищ Чернышевский его сформулировал как раз пока сидел в Петропавловской крепости, вот в 1862 году. Итого, что делать? В блогах кипеть? Да. Дальше после блогов куда? А после блогов, знаете, почему-то получается либо подрыв устроев, то есть что-то типа статья 58.10, антисоветская агитация, пропаганда. Бульдозер ночью, да, и самому и почистить. Делать. Или, например, блок убрать. Или вот как у нас свирепствует в последнее время РПЦ, когда вдруг въезжаешь к себе во двор, а у тебя там стоит кирпич, и тебе говорят: слышь, там церковь, место святое, ну ты чё, мужик, ну ты куда прёшься? Там же вообще, там практически Бог ходит по земле. И поэтому говоришь: да, извините, конечно, ну как же я могу со своим, не тем, опять-таки, выражением лица, в калашный ряд ваш соваться. Что делать? Либо задолбать эту власть своими слезными просьбами обратить на нас внимание, либо самому взяться за инструмент. Ну, благодарю вас, да, попробуем грамотное занудство такое. Вот очень правильно вы сформулировали, Лев, именно грамотное занудство. Спасибо вам. У нас на линии Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Очень приятно вас слышать. И мне вас приятно. Алексей, что у нас с вами? У меня вопрос по автомобилю хотел задать. Да, давайте, конечно. Недавно стал водителем рестайлингового 308-го СВ. Так. Шестиступенчатым автоматом.
и с турбинным двигателем. Хотел бы узнать, какие проблемы меня могут ждать в будущем. И вообще про автомат, это вот какой-то вроде как новый для Peugeot, по крайней мере. Это очень хороший автомат. Наконец-то они отказались со своего паршивенького четырехступенчатого, который всей Франции сделали. Это вот у французов, у них когда беда наступает, они перестают препираться и объединяют усилия. Рено и Peugeot с Citroën'ом сделали совместно двигатель, один на всю Францию, V6, и лет 15, наверное, на нем ездили. А потом они сделали одну коробку автомат четырехступенчатую, на которой, по-моему, и подорвали здоровье всего французского автопрома. Сейчас, к счастью, Peugeot перешло на шестиступенчатые коробки, причем они в основном айсиновские, японские. И это хорошее очень сочетание нормального мотора. У вас сколько лошадей? 150, наверное? Да, 150, да. То есть вот они как раз и вложились своими мозгами в то, чтобы скрестить нормальный шестиступенчатый Aisin с этим самым очень плохим мотором, турбированным якобы BMW-шным. У него масса проблем было, и за его живучесть в нашей стране они боролись все годы, сколько его сюда таскают. Потихонечку они подняли планку. Если первый раз капитальный ремонт требовался этому двигателю со сменой, например, головки, где-то на 15 тысячах, то сейчас уже потихонечку, наверное, некоторые особо яростные эксплуатационники добегают до отметки 80 тысяч без ремонта. Есть шанс, что вам тоже повезло. Но в целом, идеологически, это блистательное сочетание хорошего вот этого турбированного европейского классного мотора с этой коробкой. И ведь у вас же крылья выросли. Вот вы, Алексей, когда поехали на 308 СВ, во-первых, у вас тяга под педалью всегда в избытке. Во-вторых, она рулится отлично и по-французски очень четко тормозит. При этом огромная машина. Туда же в салон можно слона запихнуть. Или я не прав? Это согласен, да. А почему же отказались поставлять? Тогда сюда вроде как они больше не видны, их ни на официальном сайте, ни у дилеров. Что-то у них случилось? Мы же с вами любим седаны. Вот вы любите седана, почему-то купили универсал. Я очень люблю седана, почему-то тоже купил себе универсал, правда, другого бренда. Мы все очень любим универсалы, поэтому у нас отныне будет Peugeot 408 калужской сборки. Это самая главная машина. В принципе, мы должны брать их где-нибудь не больше, там, чем 3 в одни руки. Это наша практически обязанность. У нас завод под Калугой. Вот такие вот у нас с вами пироги. Максим, давайте попробуем. У нас не так много времени до перерыва. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. Говорите. Хотел... Алло. Да-да-да, я тут. Я никуда не ухожу. Да, отлично. Хотел бы два вопросика задать. Первый, соответственно, ваше мнение относительно автомобиля Nissan Murano, 51-й кузов. Второй вопрос относительно страховки. Вот я, честно говоря, долго пытался выяснить, что-то как-то мне не получалось. Сколько времени дается на переоформление страховки? Ну, вот, грубо говоря, ты сел... И сколько времени у тебя дается на то, чтобы ты успел доехать до страхового агентства и сделать себе ОСАГО? О, кстати, замечательный вопрос. Давайте так, значит, по поводу Мурана. Мне в Мурана все очень нравится, кроме его цены, потому что я не могу понять, с какого голодного переляку они взяли и назначили на этот автомобиль такой ценник. Сам по себе кроссовер неплохой, тем более, ну, у него и мотор нормальный, и вариатор за ним начал наконец-то поспевать, и выглядит все это достаточно пристойно. А вот по страховке, учитывая, что такое количество проблем сейчас нам наворочили, я на самом деле сейчас, чтобы не запутать всех окончательно, сделаю так. В один из эфиров я заранее предупрежу, когда у нас будет специалист по страхованию, и мы устроим серьезный полет, серьезные разборки, и, соответственно, потом у нас будет разбор полетов по страхованию, с тем, чтобы, может быть, мы не столько породили кучу проблем, сколько нашли, например, кучу ответов на вопрос. Поэтому запаситесь терпением, через какое-то время вот страховка, не вы один задаете этот вопрос, остальные другими альтернативными методами, ну, там, на Фейсбуке у меня или в Одноклассниках, тоже этого касаются. Сейчас будет перерыв на новости, заведомо более интересные, а потом я вернусь к вам. Замечательно, что Онищенко наконец-то испробует на себе прорубь. Я бы еще Собянину рекомендовал наконец начать ездить в московском метро. Все люди, которые приезжают пожить в нашем городе ради московской колбасы, они рано или поздно начинают восторгаться метро. Очень странно, что Собянин до сих пор пренебрегает этим очаровательным видом транспорта. От Михаила пришло сообщение. Касательно центра для белых, процесс уже вовсю идет. Вы же наверняка знаете, что такое Никитский переулок. Формально парковаться могут все. Да, действительно, потихонечку центр для белых мы уже строим. У нас на связи... Так, вот у нас, кстати, телефон. Это очень хорошо. Алло, 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 алло. Вы уже в эфире. Алло. Да, здрасте. Слышно? Да, вас не видно, но слышно. Здравствуйте, Сергей Степанович.
Здрасте. Меня зовут Александр, я вас слушал на маяке. Спасибо вам, Александр, вот... за верность. Да, да вам спасибо, что вы остаетесь на связи с народом. Я снимаю шляпу. У меня вопрос по машине. Я вот пытаюсь подобрать машину под определенные параметры. Меня интересует универсал, раз уж зашел о них разговор. Чтобы там была автоматическая коробка передач, не вариатор, а именно гидромеханика. Чтобы прошло 100 тысяч, а не как Peugeot, ну, без ремонта. Так. И чтобы обслуживание было не очень... Ну, тут уже начинается противоречие, поскольку вы себе хотите явно немца, а у немцев у них же все очень недешево. Но вы-то ведь, Александр, уже что-то же себе выбрали? Вы на что-то посмотрели? Да, я посмотрел на Hyundai i40. Ух ты. Универсал. Так. Это, кстати, одна из немногих машин, у которой название наконец-то имеет какое-то оправдание. Потому что как только корейцы перешли на эту истерику, i10, i20... i30, ix35. Было непонятно, вот к чему все это, и наконец-то они сделали тематическую машину i40. Если вы знаете, в Москве монополия на чистку обуви, ларьки такие специальные со времен советской власти, они у людей по национальности айсоры. Вот теперь для айсоров, на мой взгляд, субъективно, сделали машину, которая так и называется i40. Очень правильно. Сам по себе агрегат классный, мне он понравился, едет он здорово, мотора ему, ну, в общем, хватает. Но по ценнику сэкономить не получится, потому что уж чего-чего, а у корейцев самомнение последние годы выросло просто даже сильнее, чем у немцев. То есть они уже стали настолько круглоглазыми и бледнолицами, что я даже им завидую. То есть хочется сделать пластическую операцию, наоборот, и прищурить глазки. Но i40 сам по себе агрегат классный, только вы его уже так пощупали, посмотрели, что у него там в багажном отделении? Ну... В общем, нет. Я видел только седан и i40. Вот посмотрите, какая штука. Они ему, поскольку под Европу делали, они ему занизили уровень крыши там, и нельзя сказать, что у него багажное отделение большое. То есть он не крупный. Форд Мондео в этом отношении больше. Вот по геометрии, по тому, сколько туда можно лопатой нагрузить всякого полезного, Мондео больше и Passat больше. А i40, он якобы выступает в номинации такой спорт-универсал. Вот туда гольф-клюшки положили и седло одно, и поехали кататься на лошади и играть с ней в гольф. Сергей Степанович, Мондео мне понравился, но меня смутила вот эта новая коробка, PowerShift, да, она. Ну, робот тоже... и робот, он, собственно, у половины мира теперь робот. А ну она ходит вообще, соточку хотя бы пройдет? У многих ходит. У некоторых бывает не везет. Знаете как, у кого-то сразу кольца залегают, и сцепление начинает жареным попахивать, а кто-то бегает там 150-200 тысяч и говорит, а что такое, у меня Жигуль, ничего, кроме, там, ну, может, мотор поменял пару раз, а так все хорошо. Это же очень сильно зависит от человека. Ну, я на данный момент являюсь владельцем вашего нелюбимой Honda Accord в 8-м поколении. Ну, она не то чтобы мною нелюбимая, она незаслуженно переоценена. Она не стоит тех денег, которые с вас слупили. А сам по себе автомобиль, особенно безотносительно хамства сервиса и ценника по обслуживанию, машина за дорогу держится очень неплохо. Ну, просто совсем неплохо. А, кстати, вы на Mazda 6 универсал уже посмотрели? Русской сборки? Нет, эту машину я не смотрел. Меня вообще, честно говоря, немного смущает русская сборка. Может быть, вы могли бы что-то хорошее сказать? Я пока остерегусь. На Дальзаводе, там, где недавно еще кувалдой собирали оборонный щит нашей державы, будут потихонечку делать, причем всерьез делать Мазду. Мне самому интересно посмотреть, что у них получится. Но агрегат, там как раз багажник большой. Вот у этого аппарата они попытались туда сделать что-нибудь более интересное, чем просто под гольф-клюшку. Хорошо, и все же, вот можно тогда по трем критериям тогда? Это чтобы сервис был не очень дорогой, чтобы вот 100 тысяч хотя бы. Нет, Александр, вычеркивайте сервис. Недорогой сервис не будет ни у кого. Ни у кого не будет. Скажу вам так. Сейчас у меня на этой роли Ford C-Max 1.8 на механике. Сейчас пробег уже за 100 перевалил. Никаких проблем с этой машиной не было. Вот, но уже пора менять, потому что страховка... Александр, вы дилера своего уже заездили под себя? Он уже смотрит на вас с теплотой во взоре? Да Фордовского. Я бы не сказал. А, то есть можно... Мне наоборот очень не понравился сервис менеджер. Менеджер. Можно таких вам? Да. Это... Очень мне не нравится этот сервис. Антирейтинг. У корейцев будет то же самое, у японцев, а у Хонды что? Как вам сервис?
У Honda тоже мейджор, мейджор Строгино, был доволен до последнего момента, но сейчас уже гарантия закончилась, я стараюсь обслуживаться. Понятно. Свои. А Passat вы смотрели? Passat не смотрел, имею печальный опыт с G9 коробкой на шестом Passat. Все понятно. И как-то... Александр, тогда, поскольку вы выбрали сороковку, посмотрите ее повнимательнее. И потом просто перезвоните, расскажите, чем все кончилось. Потому что вот в этом списке вожделения, в нем, обратите внимание, вы, как опытный человек, нашли минусы. Теперь вы с моей помощью ищете плюсы. Серьезных плюсов там нет. Они все компромисс. Компромисс с совестью, с кошельком и с производителем. И здесь вежливая игра, кто кого отымеет. Обычно... Куда же подевались эти вечные автомобили? Вечные автомобили, они остались в нашей юности. Мы о них мечтали, мечтали, мечтали. Да, и домечтались до того, что действительность, к сожалению, вечных автомобилей никто не делает, потому что если вы сделаете вечную машину, вы не придете за следующей. Алексей у нас на проводе. Алексей. Алло, добрый вечер. Здрасте. Да, Сергей Степанович, да? Да. Я буквально вот 3-4 дня слушаю передачи вашу. Сначала беспокоился, куда же Юрий Пронько пропал. Но вот прислушался, очень нравится. Я как бы ваш новый поклонник. Спасибо вам, Алексей. Вы перебежчик, а не поклонник. Да, ну, я дам должное Юрию, конечно. Но тем не менее, вот тема по машинам, которая касается и политики, она интересна. Вдвойне даже. Вот, услышал просто про Volkswagen Touran. Довольно не очень распространенная машинка, вот на данный момент на нем еду, но все-таки у меня лежит полноценная запаска, хотя бы речь шла о 7-местной, у меня 5-местные. Во, замечательно. Вот это вот, работа над ошибками, потому что я какое-то время тому назад, когда ходил вокруг Турана и облизывался, столкнулся с необходимостью изобрести какое-то, видимо, колесо. Мне очень не хотелось изобретать. Вот как это было у Фордов, например, у Galaxy, у него та же самая была проблема. А сам по себе Турашка очень классно едет. Он, правда, стоит как самолет. Да. Да, у меня 8-го года, брал я его не новый, вот проездил полтора года уже прошло. Я очень машиной доволен. Ну, шумноватый, конечно, потому что крупная. Сам делал своими руками, шумку всю разбирал. Потом чипанул 105 лошадей своих, 1.9 TDI. У меня наружка 1.9 TDI. Перепрошил мозги на 137 лошадей. Ну, вот только расход уменьшился. Подскажите, вот, кстати, ваше отношение вот к таким... кустарным делам. Скажите, Алексей, я правильно понимаю, что у вас машина из Европы пригнанная? Да. А спидометр у нее был сильно скручен, по вашему ощущению? Где-то на 60-70 километров. Я ее отследил по сервисной книжке. Она не ездила по России. А потом пропала на годик. Я примерно прикинул, сколько она за годик может прокатить в среднем. Ну, вот где-то так и высчитал. То есть на сколько тысяч расхождения? Где-то на 50, на 60, это максимум. То есть я с вершком уже, знаете, чтобы обезопасить себя, там, все ремни и так далее. Во, вы замечательный пользователь, Алексей, очень правильно вы сделали, потому что вот этот подвох, когда мы с вами верим, что вдруг немец какой-нибудь скряжистый возьмет и продаст машину просто так, ведь не бывает такого, они все всегда с пробегом довольно существенным, потому что иначе бы никто не продавал. То есть у вас в итоге, когда вы купили, сколько был пробег? Красивые 90 стояли, но машина, я ее пробил, она прошла большое ТО на 90 давным-давно, все было поменено. Да, а немец, соответственно, сделал колоссальное совершенно вложение на 90 и продал ее следующему русскому, сказал, я люблю русских с детства. С 45-го года их обожаю, поэтому он сделал хорошее ТО и отдал другому. Так же не бывает. Поэтому, конечно, и он сам поездил, а вот перед следующим ТО он ее уже продал. То есть где-нибудь он ее продал на рубеже, наверное, там 120 тысяч, после чего машина исчезла с радаров, вы ее получили, вы ее чипанули. В принципе, вы ее очень грамотно чипанули, тем более, что поскольку у вас механика, то оно, конечно, поживет. Дизель чем он хорош? Тем, что он, как штука, рассчитанная на суровую нагрузку, он не так быстро дохнет, как бензинка. Когда бензинку чипуют, вот там начинаются трудности. А у вас кольца не залегли, у вас компрессия не изменилась. То есть он у вас работает и работает. И даже самое главное, что масло жрать не стал после всего этого. Тем более я предпочитаю спокойный стиль езды и заметил, что расход топлива уменьшился. Замечательно. Самое главное, Алексей, то, что вы избежали контактов с официальным дилером, поэтому ваша машина проживет еще долго и счастливо, она попала в очень хорошие руки.
Ну, я всегда около мастера на СТО стою и выношу ему мозг постоянно по любому поводу и без повода. Я всегда лезу, когда ее ремонтируют. У меня однажды один узбек решил снять масляный фильтр снизу. Я опустил машину и уехал оттуда. Ну, вы вот, ему политкорректно в ухо дали или просто уехали? Да просто уехал. Я вот, кстати, у нас я заметил, что очень важно выбрать одного хорошего мастера. Да. И очень сложно. Очень сложно. Да, да, именно так. Это как с доктором, это как с женой. Очень важно выбрать одну хорошую жену. Да. Вы позволите еще пожалуйста. Один вопросик и все. Развейте или поддержите мои так называемые мифы. Первый, это я рассматриваю как автопром настоящий только немцев и американцев, на остальное я даже не смотрю, честно говоря. И второй, мне вот кажется, и я еще застал те машины, вот 80-х годов, старые Пэхи, акулы. Мне кажется, что с каждым годом автопром уходит в бизнес и делают все хуже и хуже. Да. У них задача сделать машину одноразовой. Вообще, самая главная инженерная задача, над которой сейчас бьются во всем мире, это сделать равноизносный автомобиль. Потому что сейчас получается эклектика. То кузов умер, мотор еще живой. То мотор скончался, кузов еще живой. Нужно сделать так, чтобы это сдохло утром сразу. Выходишь с ключами, а там лежит горстка пепла. Наверное, японцы больше всего вот к этому продвинулись. Я заметил, у меня у друга Lancer 9 не ломался, а потом посыпался весь. А ведь настоящее японское качество. Вы на самом деле правы. И вот американцы, они чем хороши? Тем, что они могут придумать, но в последнее время у них очень серьезные проблемы с качеством. Форд еще туда-сюда, а посмотрите, что происходит с Крайслером. Тем более они ведь сейчас падут под натиском итальянцев. Итальянцев, конечно, из Америки пинком взад выгонят, я думаю, года через 2-3. И не будет никакого Крайслер-Фиата. Фиат просто уйдет в небытие и тихо будет в судорогах где-то там корчиться в Европе. Но Крайслер по качеству, тем более у них очень много мексиканской сборки, это катастрофа. А вот немцы, да, это все-таки основная точка отсчета. И как сами эксперты говорят, в том числе и немецкие, в ближайшее время битва за первое место в мире, в том числе по количеству продаж. Количество продаж, оно только в нашей стране ни о чем не говорит. Во всем остальном мире количество продаж в том числе говорит и о лояльности бренду, и о качестве. Так вот, борьба за первое место будет не между Toyota и GM. Борьба за первое место будет между Volkswagen и концерном Kia Hyundai. Корейцы очень серьезно подпрыгнули по качеству. Сегодня интересная, сегодня интересная новость. Простите, перебью, договорю просто. Питер Шрайер, тот самый дизайнер, который из небытия достал Kia, он теперь еще назначен главным дизайнером Hyundai. Поэтому и Hyundai станут красавцами. И вот тогда действительно они примутся за Volkswagen. У них задача продать 7,4 миллиона автомобилей в этом году. Да, простите, переходим на новости, потом возвращаемся к разговорам. Пришло сообщение с вопросом: Сергей, расскажите о косяках Лады Ларгус. Самый главный косяк Лады Ларгус — это то, что она тольяттинская. Если бы то же самое было не из Тольятти, косяков было бы гораздо меньше. Из бронниц от Валентина: стою перед выбором AX35 или CRV. Дальше очень грамотный подход и грамотный анализ по поводу того, что предпочесть: эксплуатацию сейчас, менее проблемную и, соответственно, подешевле, либо потом легкую продажу во вторые руки через 5 лет и так далее. На круг получается, в принципе, при сопоставимых тактико-технических характеристиках, у AX35 очень хорошая комплектация с турбодизелем 184 лошадиных силы. Вот с этим мотором, с автоматом, AX35 — это блистательная машина, великолепная. Со всеми остальными, ну, это неплохо, и CR-V тогда выигрывает. CR-V, тем более, она чем хороша? Тем, что она хоть, конечно, и не японской сборки, но машинка по конструкции надежная, проверенная, поскольку новая она только по кузову. По ходовке своей это апгрейд, то есть это взяли старую платформу, просто переосмыслили ее дизайн. Сейчас вот годик они научатся гаечки закручивать. Все-таки даже японцы это делают не с первого раза, не говоря же о том, что по задворкам Европы получается тоже не у всех. И можно будет брать CR-V. То есть, если вопрос стоит вот прямо сейчас, вот я выхожу на крыльцо и хочу купить машину, готов только AX35. Если у вас есть возможность подождать, тогда подождите, через год возьмите CR-V, потому что избавиться от машины — это тоже немаловажно. Ну, последующая перепродажа. Так, у нас Леонид на связи. Леонид. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Звоню вам уже второй раз. Это меня радует.
Да, мне очень нравится, на самом деле, ваша передача, хотя я вот недавно совершенно начал только ее слушать, и чисто случайно, на самом деле, попал на нее. Она свеженькая, она только-только родилась, она буквально дебютная, вы, можно сказать, уже... Вы один из старейших слушателей этой программы. Ну, это здорово. Я так пару копеек своих внесу. Вот, просто услышал про Хонду, опять-таки, на которой я сам езжу, собственно, Аккорд 8. Вот. В принципе, машина-то неплохая. Да. Хорошая, даже можно сказать. Хорошая. Вот. Но, как было сказано, и, по-моему, вами тоже подмечено, отношение то ли компании Honda через своих дилеров, то ли просто дилеров к своим клиентам, ну, оставляет желать лучшего, мягко выражаясь. Вот. И некоторые косячки, которые знаменитое японское качество нам приносит, вот, они, как и все остальные марки автомобилей, никогда не хотят их признавать. Да. Тем более, Леонид, перебью. Дело в том, что Аккорд это единственная Honda на нашем рынке, которая действительно из Японии. Потому что все остальные Honda, Honda приходят со всего мира, только не из Японии. Там Турция, Британия, все что угодно, Америка. Да, это была одна из тех причин, по которым я в свое время отказался от Passat'а, вот, и взял Honda. Ну, внешне она мне очень нравилась. Да. Вот, и потом, конечно же, вспомнил крылатую фразу: это же японское качество, о чем ты говоришь? Немцы, конечно, молодцы, но это же японское качество. Угу. На этом как бы выбор был, собственно, сделан. После чего огребли по полной программе японского качества, да? Да, простите, вот до сих пор вот, слышу вашу программу, вот, правая колонка с такой, хрипотцой Высоцкого на самых высоких тонах. Это меня только облагораживает, на самом деле, спасибо японцам. Вот, а хотел еще вернуться к вашей основной теме, про то, что центр хотят вот оградить от нежелательных элементов. Да. Ну да, в принципе, как бы Рублевку уже начали, как бы надо продолжать продвигаться уже. Потому что за городом живешь, там хорошо, приезжаешь в центр, сразу чувствуешь разницу. Ну как так получается? Надо убрать. Позволю себе, Леонид, заметить, припираешься в центр, и тебе дают понять, что надо бы чего-то тут прибрать. Ну да, потому что я тоже приезжаю и чувствую, что вот я как бы там вот лишний, то есть на этом празднике жизни, некуда впихнуть свой Аккорд среди Бентли и всего остального, что ездит на Евро-6 уже. Да, и вообще вы понаехавший такой же, как и я, хотя я, например, родился в Москве, но я тоже здесь потихонечку уже чужой. Да нет, я уже давно как бы не москвич, это совершенно очевидно. Хотя, знаете, вот честно, мое мнение, вот центр какую-то часть бы, да, там прям рядом с Кремлем, я бы, наверное, вообще, может быть, оградил бы от транспорта. Общественный бы оставил. А вот ради, прямо... того, ради того, чтобы в Кремле что было? Ради того, чтобы там была музейная зона, например? Нет, нет, нет. Это чисто вот для удобства людей, просто потому что это центр, потому что там какая-то финансовая, возможно, активность, много всего посмотреть, походить, погулять. Потому что центр в некоторых местах, где он еще остался центром, да, они так, знаете, нанесли штукатурку евроремонт, но сохранили старину. Леонид, а перед тем, как вот взять и так вот всерьез переформатировать центр Москвы в дорожном отношении, может быть, ну, я бы предложил, хочу спросить ваше мнение, может быть, изгнать из Москвы Госдуму, правительство, Совет Федерации, посадить их куда-нибудь там вот в Эмиконе, чтобы они сидели. А после этого мы посмотрим, может быть, действительно у нас в центре дышать станет настолько легко, что можно и не предпринимать больше ничего. Боюсь, что изгнать это нужно, чтобы вот РПЦ наши вот этим занялось. Вот они вот хорошо изгоняют. Это нужно изгнать, это вот по их части. Вот они пусирают сейчас, по-моему, гоняют кадилом по углам. Как-то не особо у них получается. Да, у нас очень много кого они там гоняют. Это на самом деле просто вот диву даешься. Но вот причины и следствия. Что... Вот, Леонид, если, например, все-таки попросить РПЦ кадилом махнуть с тем, чтобы ребята откочевали обратно к себе за Урал, и после этого мы уже тут в Москве сами разберемся, какая территория у нас для белых, какая для кого. Может быть, вот такая последовательность, а не наоборот? Как вы думаете, Леонид? Ну, если бы, конечно, их стало хотя бы меньше, это, конечно, наверное, разгрузило бы немножко центр. Например, там 10-й ряд Мерседесов, да, это уже он бы исчез, и это значительно облегчило бы жизнь очень многим. А уже в 9-м мы как-нибудь бы разобрались. Да, вот в 9-м бы уже как-нибудь мы там, может быть, своими силами. Вот, но изгнать их, понимаете, туда, они же как-то, вот когда у нас новая Москва, которой частью я уже стал, ну, то есть я двойной москвич теперь, что, чем я и поздравляю. Дважды москвич Советского Союза, знаете, это звучит гордо, это не каждый может. Когда им предложили, по-моему, то ли правительство, то ли Госдуме, вот, говорит, поселок Мосрентген, отличное место. Ох, бандитское место. Ой, бандитское, а еще там экология, да вы что, да там какие-то химикаты были. Мосрентген же, это не зря же его называют Мосрентген, потому что радиация, нет.
А когда спросили, а ничего, что там как бы, ну, уже пару так десятков тысяч народу живет, как бы ничего вроде. Они скорее сказали, что, ну, вы знаете, там уже, наверное, иммунитет у них выработался, а мы как бы не можем. Не-не-не. Знаете, по поводу пару десятков тысяч, если вы помните, дедушка Ленин, когда размежевывал общество, он говорил, что 60 миллионов человек в этой стране крестьяне, 40 миллионов — это пролетариат, с которым есть что делать, и еще 10 миллионов, которым я ничего не могу предложить. Да, эти 10 миллионов потом простреляли. Так что какие-то там десятки тысяч мозрентгенов, какие проблемы. Да, да. Нет, ну, возможно, да, если бы убрать какую-то часть вот этих вот там, вот все это правительство, Госдуму, там, кто там еще у нас есть, сидят все в центре, вот это вот, какой-то, не знаю, прям магнит притягивает. Вот. Наверное, да, разгрузилось бы, но просто в реалиях того, что у нас уже у каждого в семье как минимум две машины, да, и опять-таки, как бы никто не хочет, там, не знаю, почему-то построить бизнес-центр где-нибудь там, ну... В Коломне. В Крылатском. Да в Коломне даже. Прекрасный город, например. Замечательный Чего город. Бы не... Я бы в Туле центр. Бы начал строить бизнес-центр. Там, тем более, очень хорошая, приятная такая добрая атмосфера. Завод тематический есть, там пряники, самовары и автоматы Калашникова. Они замечательно там разберутся друг с другом. Да, это я тоже, на самом деле, так считаю, что там бы вот вообще было бы для них шикарно просто. Леонид, экология, да, спасибо и производство, вам. Все. И пожили бы хорошо, тем более там в Туле определенные трудности последнее время. То рабочих не хватает, то рабочих мест. Они бы там замечательно поладили. Алексей у нас на связи. Добрый вечер, Сергей Степанович. Здрасте, Алексей. Мне так неудобно, вы меня по отчеству, а я вас, получается, по имени. Либо ну, мы ничего оба... страшного. Нет, либо оба по имени. Нет, Алексей, я не расслышал ваше отчество. Николаевич, ну, неважно. Да, Николаевич. Я, в общем-то, на фит вашей передачи слушаю, я, в общем, второй раз, обычно, действительно, привык на это, в это время на этой волне слушать. Юрия Пронько, ну, тем не менее, очень рад за вашу передачу, она действительно понравилась. Спасибо. Я, категорический противник перевода нашей власти в район Новой Москвы, поскольку там тут живу и... В общем-то, с каждым годом и так становится все хуже и хуже. Если эти товарищи тут еще переедут, ну, скажем так, тяжеловато будет вообще на работу ездить. А местная поэтому самооборона? Самый оптимальный вариант – Тюмень. Вы правы. Это центр России, столица деревень. Да. А то у нас получается так, что когда наше доблестное руководство выходит на работу, уже... Остальным ничего не получается. Заканчивая, да, уже люди спят. Да. Уже люди спят. А тем более, надо как-то вот, так усерединить это дело. Алексей Николаевич, вот все-таки Тюмень, пожалуй, как-то получается немножко неправильно, потому что там все-таки водопровод уже есть, канализация есть. Ведь в Сочи зачем Олимпиаду сделали? Путин же говорил, там нет канализации, а теперь канализация там будет. А у нас ведь есть возможность, они тем более все у нас озабоченные, в том числе экологией, можно ведь предложить им освоение какого-нибудь хорошего берега моря. Вы представляете, каким образом все это осваивается, да? То есть это... 4-5-кратный бюджет. Ну, я думаю, что мы просто... Так мало? Развалимся окончательно. Ну, это в среднем. Так. Нет, Хорошо, Алексей Николаевич, вот. А если мы им предложим свежий морской воздух, у нас все-таки Северный Ледовитый океан, он довольно обширный, потом с дорогами Росавтодор будет... Ведь Росавтодор у нас посчитал, что... Вернее, мы за Росавтодор посчитали, что для того, чтобы связать наши населенные пункты с Большой Землей, нужен 261 год. А у нас сейчас появился новый руководитель Минрегионального развития, он сказал, что не-не-не, 1000 лет. И давайте начнем так. Где-нибудь на берегу Северного Ледовитого океана будет у нас правительство, государственная дура, которая недавно Государственная Дума еще называлась, и все остальные очень важные люди, а потом Росавтодор придумает что-нибудь с дорогами, и мы с вами, по-моему, ну, очень неплохо заживем. Это из ряда все-таки такого черного юмора, потому что все-таки по объективным причинам строительство на южном берегу Северного Ледовитого очень дорого, обслуживание еще дороже. Я думаю, что просто нам наших налогов не хватит ни на что. Ну, пока наших налогов на Куршавель хватает. Не более того. Да. А тут даже, извините, на кисловодство не хватит. Алексей Николаевич, на чем вы ездите? Расскажите хоть пару слов. Я вот сейчас, да, как раз хотел вас спросить насчет своего выбора. Значит, не так давно стал отцом большого семейства, да, то есть третий ребенок у меня родился. Стала проблема выбора мужчины. Мои поздравления, так, все правильно. Да, спасибо. Вот. Ну и в итоге, значит, исходя из всех моих там за и против, выбрал все-таки американца, Dodge Journey, семиместный, полный привод, в общем, такая, скажем так, машина, которая больше, скажем, с моей стороны по уму, со стороны жены по сердцу, вроде как легла. Купили или нет? Или хотите? Уже купил, уже катаюсь. Сколько пробежали?
3000. 3000. В общем, самые такие приятные ощущения. Есть, конечно, там есть вопросы там по качеству сборки, безусловно. Ага. Мексиканские. И щелочки мексиканские, безусловно. Конечно, конечно. Вот. Щелочки там разные. Вот Бендикс при морозе за минус 15. Алексей Николаевич, сколько лошадиных сил у вашего мотора? Там же V6 стоит. Там шестерка, да, 3,6, 280 лошадей. То есть вот... Достаточно солидный такой движок. Да, и, кстати, моторчик... По ходовым вопросов никаких вообще нет. Я вот думаю, насколько она живуче будет, в принципе, исходя из того, что вы не так давно про Крайслер рассказали, буквально там минут 15 назад. Ну, мы с... кофейная гуща даст более точный ответ. Мексиканская сборка, хвастаться ей довольно тяжело. Сам по себе аппарат, мы с вами, то есть вы, ваша жена и я третьим, простите нам этот триумвират, пожелаем этой машине жить долго и счастливо в вашей семье. Потому что, к сожалению, рассчитывать больше, мягко говоря, не она нереализуема на вторичном рынке практически, да, однозначно. Да. Всё, и новых в Москве. Моё время истекло.